Так, всем привет, друзья! Сегодня мы с вами поговорим о такой теме, как получить легко и спокойно ключик в нашей группе Steam по КС-очке. Ну, КС-очку там и так далее. Мы заходим в эту группу, видим группу, у нас все окей. Ну, полайкать записи также можно. Здесь каждую неделю проходят розыгрыши. Мы видим группу, все окей, все хорошо. Мы что делаем дальше? Мы берем, подписываемся, ну, это ваше мнение. Хочешь, подписывайся, хочешь, нет, а я подписался обязательно. Ну, вот, 1595 подписчиков. И мы пишем, получается, боту, дай, так, дай ключ. Так, давайте так сделаем. Привет, выбери игру из списка, да? Мы, например, нажимаем так. Ну вот мы хотим, очень хотим сильно КС-очку, да? КС-очку мы очень сильно хотим. Так, сейчас, я думаю, КС-очка здесь еще какие очень много игр. Так, очень много, да? Давайте попробуем нажать. Давайте КС-очку забабахаем. Нам прислали сообщение. Так, смотрим. Вот твой ключ от Counter-Strike Global Offensive. Вот текст, вот здесь все. И это и то. Что нам здесь говорится? Нам здесь говорится, видео также есть. Обязательно видео посмотрите. Вот сверху видео будет. Нам здесь говорится, как получить ключ. Очень легко и просто. Каждый второй купленный кейс — это часть ключа. Ну, как? В личном кабинете там выдается, да, это часть ключа. Но вся суть в том, что мы переходим на сайт. Так, сейчас я пополню баланс, приостановлю. Так, все, друзья, я все пополнил. Все ж, видим наш сайт. Вот он сайт. Как и говорилось в тута, что нам нужно сделать? Нам нужно перейти на данный сайт, на нашу рулетку. И просто переходим на сайт. Как мы писали, там адмерочку, да, группу мы писали один, ну, например, КС-очка. Мы ищем здесь Counter-Strike. Здесь Far Cry, кейсы, Rage, еще кейсы. Так, это то, код. Дальше. Так. Звук хорошо работает, The Cooling здесь. Вот есть только CSGO, есть только PUBG, Far Cry 5 предзаказ, это старая версия, кейса уже нету, новая версия, она сверху у нас. Вот, либо Far Cry 5 ключик, либо попробовать удачу. Мы переходим и ищем наш кейс по CS. Так, где CS-очка? Вот, нашли CS-очку кейс. Вот, видим кейс. Мы нажимаем получить игру. Заморачиваемся, ждем. Так, ждем. Так, раз открылось. Закрываем, два открываем. Там же написано у нас 2 или 3 или 4. Так. Ну, как вы, пойдет. Так. Два попробуем. 3 попробуем. 30 рублей это не 300. Давайте попробуем 3 раза. 3 раза. Так, все хорошо. Теперь переходим в личный кабинет. Кто-то за мной, получается, крутанул. Успел. Вот здесь ключи хранятся. Они нам не нужны. Мы переходим к боту. И опять же пишем купил на сайте, так, аккаунт, вот, на сайте аккаунт не забываем, он будет проверять аккаунт, сколько здесь игр куплено. Бывает, что люди с одного убивают, бывает, что с двух, бывает, что с трех, и бывает, что с четырех. А иногда я в тот раз пробовал с 5, 6, 7, 7 кейсов открыл и получил также папку. По-моему, 3 или 4 или 5, что-то такое. Или, ну, чем больше залил рублей, тем больше шанс. Вот. Кто-то КС-очку выбил. Я же говорю, из-за этого я ее
Просто так нету. Так, ждем, можно еще прокрутить. Так, вот, купил на сайте. Аккаунт свой вставляем, все. Все хорошо. Он будет чекать это все. Пишем, сколько рублей осталось. Чем больше рублей, тем он лучше будет знать. Так. Купил на сайте Kissing Game. Аккаунт 170 рублей осталось. Так, новую строку открываем. Так, пишем свою реферальную систему. Он будет ее тоже чекать. И здесь сколько пишем. Сколько открыто кейсов. Например, открыл 3 кейса. Ну давайте, друзья, проверим удачу. Так, ждем. Вот сейчас будет чекать. Так. Ну и что же? Походу не получилось. Походу не получилось. Ну давайте еще раз попробуем. Так, не получилось. Ладно, идем дальше. Мы не отчаиваемся и пробуем открыть еще раз. Обновим, чтобы быстро. Побольше игр пооткрываем. Так, все, у нас 150. 140. Давайте до 100 дотянем. 130. Еще 2 игры откроем. Ну. Все, 120 рублей. Давайте до 100 дотянем, чтобы уж точно уже вероятно получить ключик, друзья. Так, 110. Вот, 100 рублей. Ну, 100 рублей потратил, я думаю, нормально. Так, что у нас здесь? Купил на сайте. Так. Отправляем и ждем. Так, ждем, ждем ответа. Так, ответ принят. Что мы опять не это? О, вот нам ключик выдали. Вот, все, спасибо, все хорошо. Окей, спасибо, наконец-то нам ключик выдали. Так, теперь давайте, вот Steam мой, давайте проверим. Профиль. Наконец-то, ну, 100 рублей потратил за ту ключ получил. Так, это что? Настройка профиля. Я создал новый профиль, чтобы не это. Профиль. Вот сейчас вам покажу, что здесь игр нету, это новый аккаунт. Вот здесь игр, подписок, ничего нету. Да, давайте нажмем библиотеку, активировать игру, далее, далее, соглашаюсь и вставляем. Но, ё-моё. Как так, продукт нельзя активировать? Вы чё, издеваетесь? Как это так, активация продукта? Мне нельзя в моей стране, я забыл. Покупка отменена, ну ё-моё. Мне дали КС-шку и покупка отменилась. Это вообще кайф, я вообще не понимаю, как так. И что мне теперь-то делать? Да, давайте попробуем здесь. Здесь войти попробуем. Ну главное, что мы КС-очку-то получили. Так, а как здесь активировать? Активация где? Ладно, здесь нету. Но главное, друзья, мы КС-очку получили. Это действительно КС-ка. Я уже точно не сомневаюсь, потому что я папку получал, но в моем стране был активирован на старом аккаунте. Проверка ключа. Ключа, так, как там? Steam. Что за игра? Так, может так можно проверить? Так, вот. Установить. Что? Это не реклама. Так. Здесь что-то не то. Так, вот. Что не то. И просто проверить, чем ключ не активировал. Так. Тем лучше лоу.чрт. Короче, самое главное, что мы ключик в стиме получили. Все хорошо. Так, я сейчас буду опять стараться
также что-нибудь сделать. А пока что приостановлю на паузу, подожду. Если как получится, я вот в Steam активирую. Ну, как сказать. Буду сейчас стараться что-нибудь делать с этим. Пока что поставлю на паузу. Ну, наконец-то, друзья, получилось все активировать. Короче, я посмотрел, как этот сделать все в этих. Посмотрел, как его. Короче, в самой в Заки-Заки, Зака-Зака, где, там говорится после покупки или где-то там, что как там с помощью как-то здесь расширения скачиваю в Google. Я уже все попробовал, сделал, и у меня получилось, я активировал игрушечку, Steamчик получается, и вот оно у меня получается, Conquest Global Offensive, активировался. Все окей, хорошо, добавить игру нажал, активировать, она активировалась, также можно посмотреть мой опять профиль, что вот раньше у меня не было этой игры, вот сейчас Conquest Global Offensive стоит, все хорошо, перейти на страницу, библиотеку установить, также далее. Все работает. Все работает. Всем спасибо за просмотр. Делайте как я. И все будет окей. Главное не забывайте писать бату, как я говорил в начале видео.